Всем привет, мы продолжаем играть ТЛД. Сейчас мы с вами идем к нашему королю. И я буду спрашивать у него по поводу нового задания. Так, нам нужно к нему. Я бы ее бы еще забрал бы, но мы слишком слабы. Точнее, не слабы, а мы... ждать... Келембель. Я помню, где это, да, давай. Келембель это далековато за Минастири там, но все-таки. Наша кроме принять чего она типа хочет, но я не могу, потому что у меня переполнено. Ну ладно. Давайте пока сохранимся с вами. Схоронимся, так сказать. И Вествуальд более западный, не под осадой. Хорошо. Но вот что мне не нравится в этой интерпретации, то, что если ты за темную сторону, то надо очень сильно ослабить, точнее не так. Хотя нет, как бы надо очень сильно ослабить противника, чтобы можно было осаждать его здание. Здания города. Но при этом он может осаждать тебя практически с первых минут. И со светлой стороной точно так же. То есть баланса нет никакого. Допустим, надо было бы опустить до 3000 каждого. У каждого. И светлой, и темной стороны. Так нет. У темной стороны надо опустить до 3-400, насколько помню. А у светлой еще меньше там должно быть. Там, как сказать, вообще минимальное расхождение. О, один боец, прикольно. Давайте убейте его, я даже ехать не буду. Смысла не вижу. Враги бегут в ужасе. Конечно, 60 рыл на одного нарвались. Даже не знаю, как это назвать. Такой маразм, что ли. И радуются, главное, так, мы убили его, ура! Ну, за вот это вот спасибо. Прам-прам-прам. Догоняй. Ну, догонишь, будем воевать. Не догонишь, не будем воевать. Догони, да. Моя ты прелесть. Да. Атаковать. Конечно, атаковать. Опять же, между деревьев мне это не очень нравится, но это уже зависит от того, где вы столкнулись с вражеским отрядом. Мы как бы тут уже ничего особо не сделаем. Но я надеюсь, после этой драки хотя бы сможем освободить наших, во-первых. Очень важно. Если мы освободим наших, это хорошо. И, во-вторых, я надеюсь, что мы с вами прокачаем некоторых наших. Так, их было 65, насколько я помню. Ого, я аж двоих тут убил. Да зараза, вылези из-под лошади. Неудобно ж тебя убивать. Так, ты мне не нравишься. Ты умный какой-то был. Упс. Я оглушил его лошадью, к сожалению, случайно. Если бы я это специально делал, было бы забавней. Но нет, я это сделал случайно. Фарамир. Я дерусь с Фарамиром. Это такая честь. Так, все, мне надоело. Иди сюда.
Все. У меня один, у союзников пятеро. У них 49. И еще 26. В атаку. Давайте, ребята, сейчас им нададим. Дадим им хорошенько так. Копытом по носу. Да что такое? Ты ж не... А, это типа край какой-то карты. Или я в дерево невидимое въехал. Это Средиземье. Магия, так сказать. Деревья, которых ты не видишь. Все бывает. Ну, либо скорее край карты какой-то. Кто мне вообще этих глупых людей дал в помощники? Ну вот почему ты тормозишь? Что с тобой не так? Ну, кроме того, что ты лошадь. Мне нравится. Один против толпы. Красава. И стоит, главное, держится. Ульфас кого-то убил. Я очень надеюсь, что Ульфас будет качаться хорошо, быстро. Я ему набросаю всяких полезных навыков. Благодаря чему буду лучше видеть, быстрее ездить, дальше плевать и все такое. Эй, Фарамир, ты убил мы... Ты козел, Фарамир. Он был моим. А вот еще трое вижу. Так, хорошо, где еще? Там никого. А, вот, все. Это был последний. О, Ульфас. Красавец, красавец. Опять застрельщика потерял, да как вы задолбали. Моряк. Да, ну, откуда вы беретесь? Вашу бабушку. Кто вы, люди? Я вас не звал. Я могу вас взять, конечно. Только я особо... Давай лучника возьмем. А все, у меня больше свободного места нет. А они считаются как для задания или нет, интересно? Или мне надо именно их к себе в отряд взять? Вот в чем вопрос. Тяжелый мечник. Давайте тяжелого мечника сделаем. Я его не видел еще ни одного. Я буду знать, как они выглядят, ребятки. Серьезно, 18 рыл новичков. И все, что я получил, это одного. Это даже не смешно. Так, задание. Да, мне надо их именно нанять к себе. Как это удобно, главное. Особенно с учетом того, что у меня все забито. Воу. Конвой из 90 рыл. Может, кто-то поможет? Не? Да. Откуда? Откуда 97? А, конвой присоединился. Класс. Обожаю, когда присоединяются всякие конвои. Ладно. Но тут, скорее всего, у нас вряд ли что-то получится толковое. Ладно, давайте сразу возьмем меч на изготовку. Копье это весело, но непродуктивно. Может, хоть с мечом получится получше. 90 рыл. Твою бабушку. Я промазал. Слазим. Слазим, я говорю. Стой. И бежим. Я слишком близко подошел. Слишком близко. Слишком много. Где все мои? Да уйди ж ты от меня. Да блин, почему мои даже... Я немножко расстроился. Самую малость.
Тут я глупость сделал, что влез сзади в одиночку, поэтому моих винить тут нечего. Сам виноват. Ну, вот этот с нога, кажется. Да. Он слабый, самый слабый. То есть это орк. Тихо, тихо. Тихо. Тихо, потому что я очень сейчас дохлый, и меня сейчас забьют, и я даже не успею ничего сказать. А вот и пехота пришла, наконец-то. Долго ребята бегут, конечно, но что же сделать? У меня сейчас очень сильный перекос в пехоту, потому что перебили всю конницу до этого. Мне бы очень не помешала помощь наших союзников, но союзники решили, что я и так справлюсь, в принципе. Ну, в каком-то смысле они, может, и правы. Вряд ли, конечно. Я сдохну, скорее всего, тут. Так, не пускайте за меня, не пускайте сзади, не... Всех убить, всех убить, всех. И вон тех тоже. Это лучники остались. Но их очень много, зараза. Тихо, тихо, тихо. Тихо, уйди от меня, зараза. Я не хочу умирать. Мне рано умирать. Я слишком молодой и красивый. Так. 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 Мне страшно подходить, мне один плевок, и я сдох. А ты кто? Где ты был раньше, зараза, на лошади? Все? Ура, я выжил! Это невероятно, ребята, у меня 20 убитых, куча раненых. Ну, на самом деле двое. Обидно даже. А зато я 78 их переколотил. И осталось трое противников. Все, все в атаку, хлопцы. Но у меня осталась одна пехота. Это плохо. Пехота далеко не это, не лучший вариант. Сами понимаете. Да почему я не попал? Я ж должен был попасть. Странно. Я не попал, а теперь не могу приблизиться, потому что меня в стороны катает. Ну ладно, они разберутся. Да убейте вы его! Что вы? Кошмар. Понабирают по объявлению молодых воинов. Вчера тяпку держал, сегодня меч в руках. Так. Да идите вы в жопу, ребята. Сами сражайтесь с такими приколами. 95, у него там сотня тоже.
И он их не тормознул даже. Ну серьезно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Идите нафиг. Видал я вас в гробу и в белых тапочках. Фух, так. А теперь самое веселое. Давайте разгребать то, что мы набрали. Казармы. Пленных у нас нет. Пу-пу-пу. Давайте к кузнецу сходим. Сдадим все к чертям. Вот это вот. Хорошие вещи. Скажем так. 800. Что там? 24, 38. Неплохо, неплохо. Не буду спорить. Весьма неплохо. 23, 22 защита ног. Не, ну шикарные вещи, шикарные. Мне нравятся, но зараза, дорого. Давайте отдохнем один день. Нам нужно, чтобы хоть немного отпустило. Что... Кайран... Захват... Вы издеваетесь? Сколько там? 290, 300. Тут 300. А давайте. 308 и 311. Разница небольшая, но все-таки. Почему командую я? Вот князь ездит. Животные Гондора. А я полудохлый, блин. Как назло. Князь, в атаку иди. Бесполезный кусок политика. Промазал. На. Умбарские ребята. Умбарские ребята очень опасные на самом деле. Вот. Вот. Один раз попал. Была половина хп, стало чуть-чуть. Сам... Князь, тварина, ты ж животное, ты, а не князь, понял? Он даже не подъехал практически. Что за люди? Мне опасно на самом деле тут ездить. Да, бесполезный кусок ты политика, а не князь. Его оглушили ударом. Куда ты лезешь, если ты воевать не умеешь? Кто ему дал оружие в руки? Кто решил, что он умеет сражаться? Непонятно. Дурацкий князь. Так, я не хочу влетать. Потому что я знаю, как это будет. Я сейчас влечу, и мне сразу хлоп, и стрела в ухо. И я мертвый. Как обычно. Вся игра на смарку. Но у них опять подкрепление. А у нас появилось. Неплохо. Давай, с мечом эпичней. Когда ты катаешься с копьем, это одно, а вот с мечом ты эпично выглядишь. Как всегда. Ну, я не могу лезть туда, ребята, а у меня все лучники. А, лучники и трусы, я понял, все нормально. Так и должно быть. В атаку, козлы. А, эта битва затягивается. Я не могу влезть, потому что меня просто вырубят и я умру. Как мне это не нравится. Но я сделать ничего толком не могу. Ладно. Почему эти
заразы стали тут и стреляют просто. Ну хоть кого-то могут, блин, ранить, и то хорошо. Ваши воины дрогнули. С перепугу какого они дрогнули? Чего вы дрогнули, козлы? Нет, 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 нет. Дурацкое желание посмотреть статистику. Кто сколько раз умер и все остальное. Я из-за этого вот только и проигрываю. Гондорское копье валяется. Барские налетчики. Он еще один, я вижу. Есть. И это минимум. Сейчас еще, наверное, припрутся. А, вон он где. А что он там делает? Край карты сторожит. Думаешь, пропадет? Вот это я воин. Это я понимаю. Вот так, одним ударом закончил бой. Вперед! Чё стали? Не так, будем держать позицию. Ну их нафиг. Моих союзников, которые не умеют ни черта, они стоят просто. Мне жалко своих солдат тратить. Союзник все равно их сейчас восстановит мгновенно практически. А я своих опять покупай, опять тренируй. Опять плачь, когда они умрут. Он моих 5 коллег бежит. Ну, лучники Гондора. Славные воины. В атаку. Он тот один мой, а все остальные ваши. Ну ладно, все ваши. Да чё ты... Зачем он его тормознул? Ой-ё. Не, сам разбирайся, чувак. Слишком опасно там. Не с моим уровнем здоровья туда лезть. Это с учетом того, что я еще живучесть прокачал себе. Пускай только на единичку, но прокачал же. Да что с тобой не так? Чего ты крутишься на месте? Эти битвы, блин. Прибыли новые враги. Я еще старых не убил, а уже новые пришли. Прекратите это делать. Просто ляжьте все и скажите, что вы мертвые, я поверю. О, у меня подкрепление прибыло. Подкрепление — это хорошо. Хоть что-то. То я с этими лучниками. Это вам не эльфы. Точно. Надо будет раскачать конницу, после этого поеду и возьму себе эльфов. Лучников. Сделаю еще такой небольшой отрядик там. Рыл в 10-20, если будет возможность. Они будут просто на подходе всех расстреливать. А конница будет затаптывать, да и все. Ой-ё! Зачем я остановился? Ну, сам виноват на самом деле. 200... А, я могу теперь только отступить. Шикарно. У меня нет воинов. Точнее, воины у меня есть, нет жизни. Сколько у меня? 2000. Стоп, 26,9. 8. Придется поменять. При всем моем нежелании. Но так хоть что-то.
Будем прокладывать, потому что у меня один персонаж. Сами понимаете. Далее. Сбежал. Вот. Рохан, нанять. Нанять. Роханский стражник, нанять. Да что такое? Ладно, давайте этого рыцаря возьмем. И стрелка возьмем. Я всех бы взял на самом деле, но у меня просто нету столько... Некуда столько набирать, во-первых, и нечем их будет... Очки снабжения у меня в таком количестве не водятся. Хотя можно их сейчас набрать и просто сдать в ближайшем этом. Ай, все, я не могу. Черный. Мечник, пятиня. Отпускаем. Берем вот это. Да не этого, блин. Черный вот этот вот ветеран. Он мне не нравится, я хочу его забрать. А, тут забираем, короче, всех сейчас и едем, сдаем их в ближайшую какую-то веселую. Ла-ла-ленд веселый. Козармы. И для минус стилит. Вот, прекрасно. И сдаем пехотинец Гондора. Отдать. Жалко. Это я оставлю. Оставлю Рохан. Рейнджера я оставлю. И лучника я оставлю. Готово. Вот, прекрасно. И еще и пленных я привел тебе. На. Забирай. И мы с вами подтянем немножко по очкам снабжения. Нам не нужно уже в таком количестве сдавать воинов. Прекрасно. В конюшню зайдем, посмотрим на лошадок, поплачем над тем, что нам не достанется такая лошадка. И давайте всем очко потратим, переночуем тут, потому что слишком сильно меня побили. Да опять... Где они видели? Никто тут не бежал. Ох, ё. Веселый ты. Веселый ты дикий. Давайте вот так сделаем. Это мы заберем. А этих пленных тоже забираем. О, лошадка. Прикольно. Лошадку мы заберем. Лошадка это хорошо. Не-не-не. Вот этого мы тоже атаковать. Вот так. Атаковать вот так. Почему я проклацаю? Мы в любом случае победим, но это будет долго просто. Это видео и так затянулось уже. Очень, очень сильно. Хотя я этого и не хотел. Все, что хотел, это просто... съездить. Ну, чего вы тормознули их? Ладно, не убили. Давайте сохранимся. И сейчас мы с вами съездим все-таки к Эленбель и сдадим задание. О, дезертиры. Прикольно. Дезертиры это весело. Король с державы Эребор. Блин, плохо. Так, что там по отряду? Опытный застрельщик 4. Тяжелый мечник.
Пехотинец. Стрелок. Рейнджер. Давайте возьмем рейнджера. Рейнджеры мне понравились. Это плохо. Давайте сохранимся. Уже все-таки... Воу-воу-воу. Ладно, давайте попробуем. У нас есть немного лучников, пускай они попробуют хотя бы парочку из них убить. И что-то не очень с этим у них. Ладно, поигрались и хватит. Тут у нас немножко перебор с количеством ребят. Поэтому нужно быстро покончить с этим всем. Не хочется просто погибать. Так. 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 Хорошо. Тут хорошо. Тут тоже неплохо. Хорошо. И еще парочку. Добить и все. Ты не уйдешь, скотина. Очень хорошо. Нет, 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 нет. Слишком рано нажал. У меня один, у них 39. И опять же, воины, 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 пехота, пехота, пехота. Ох ты ж, мать твою. Ребята, где вы их набрали и зачем? В таком количестве, кошмар. Воинов не так уж и много на самом деле, просто что они все из разных лагерей, мне это не нравится очень сильно. Но, допустим, те же лучники у Рохана получше. Да, у Рохана говорю. У Гондора. У Рохана только застрельщики хорошие, тут именно пешие лучники получше. Так. В замок сдадим задание все-таки этому воину, который тут сидит и не выходит. Наконец-то. Все, на этом мы на сегодня заканчиваем. Видео очень сильно затянулось. Тем, кто досмотрел, спасибо. Подписывайтесь на канал, буду рад вас видеть. Пока!